детском родильном доме. В родильном доме Балашиха. Выступаем в качестве спонсоров. Впервые участвуем как спонсоры этого замечательного здания. Вы, наверное, спонсоры. Кейкл Раши, мы дарим Балашихинскому родильному дому эти три телевизора. Находиться в палате. Это вполне комфортно в начале родов. Да. Вот. А потом уже перейти в родблок. Приглашаем на отделение. Все стало лучше и красивее. Пока. Это для женщины, это ее здоровье, это ее счастье, это горящие глаза. Это радость жизни, это вообще полное восхищение всем окружающим. Она становится супер, она становится богиней для каждого проходящего мимо мужчины, который может это все увидеть. Для этого нужен тренажер. Это не вибратор. Компания Cable Rush, которая сейчас на данный момент на рынке 2 года, но это больше рассчитано на будущее. Поэтому американская компания Minolife сейчас выставила на рынок данный тренажер Cable. Тренажер для интимных мышц. Смотрите, еще одну игру покажу. Эта игра, как говорится, мужчины больше никогда в Таиланд не поедут. Посмотрите. Это контроль мышц. Вы хотите кубом поиграть тоже? Да, я хочу попробовать. Вот они не бежишь. Они используются сейчас. Смотрите, суть игры в чем заключается? В том, что мышцы не сокращают, находясь внутри, вы открываете эти ворота и пытаетесь повторить контуры приближающейся фигуры. Так как изначально уже у нас девушка зажала очень сильно, он чувствует, что у вас мышцы довольно-таки развиты. Я сильно так. Поэтому не тренировали. Эти фигурки достаточно широкие, большие такие. Вот вам требует отдохнуть и все остальное. То есть вы представьте, что где-то нужно сократить достаточно сильно, где-то расслабиться. На третьей неделе вы уже реально почувствуете тот результат, который почувствует ваша вторая половинка. Это уже гарантированно, это уже проверено, это уже обещано. Кстати, через 3 недели какой будет результат? Примите это от души, от чистого сердца. Пожалуйста, спасибо большое. Очень приятно. Начало нашего сотрудничества положено. И надеюсь, в дальнейшем мы будем, наше сотрудничество будет только развиваться. На благо наших пациентов. Ощущения хорошие, приятненько, с удовольствием приду сюда рожать. А может и не раз. А может и не два. Мне понравилось, вид хороший из окна, а в родильной палате. А как палата тебе понравилась? Родовая понравилась. Родовая, что-то тебе, на что ты обратилась? Ванна, шарики. Кресло ничего такое. Вид из окна мне очень понравился, потому что водичка, она вообще успокаивает. Симпатичный. Народ доброжелательный, это самое важное. Потому что либо народ какой-то такой, то не спасла бы ни мячик, ни ванночка. Все хорошо. Спонжики тоже. Классный роддом, поэтому выбрали. Любите женщин? Вы волнуете?